Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение второй книги «Царств». И сегодня мы будем читать, наверное, самую печальную главу из жизни царя Давида, из этой книги, второй книги «Царств». Это 11 глава. В последней нашей беседе мы говорили о том, что Давид одолел всех своих врагов. Но дьявол поистине не может спокойно смотреть на победы мужей Божьих. И дьявол всегда стремится отомстить за каждую добродетель, за каждый праведный поступок того или иного человека, тем более такого значимого, как Давид. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. И мы читаем начало 11 главы. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Давид уже даже не ходит в воинские походы, он понимает, что победа обеспечена. И надо прямо сказать, что в некотором смысле Давид как бы расслабился. И вот именно тогда, когда мы начинаем проявлять самоуверенность, например, человек долго боролся с каким-то грехом, и потом вдруг стало получаться. Он ощутил радость жизни без этого греха. И когда человек расслабляется, наше прошлое нагоняет нас и наносит предательский удар в спину. Итак, Давид уже не ходит в походы, он спокоен, у него прекрасный военачальник Иав, у него прекрасные витязи, опытные в сражении от дней юности своей, как и сам царь Давид. Он остается в Иерусалиме, и далее мы читаем «однажды». Вот это слово «однажды», оно может быть переведено как бы случайно. Но, очевидно, никаких случайностей не бывает. «Однажды, под вечер, Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома». Ну, это вот синодальный перевод, он немножко такой обмершвленный. Он не предназначен для богословских изысканий. На самом деле, под вечер Давид вышел совершать молитву. Он поднялся на крышу дома, а крыши теперь в Иерусалиме многие крыши плоские, и там вечером, когда там прохлада, люди могут предаваться молитвам, богомыслию и так далее. Итак, он поднимается для молитвы на крышу дома, царского дворца. Он взял с собой, конечно, псалтырь, этот музыкальный инструмент. Но дьявол не может спокойно смотреть ни на то, как мы молимся, не на то, как мы каемся. Особенно жуткую ненависть он испытывает по отношению к нашему возможному духовному росту. Перечитаем этот стих. «Однажды под вечер», молитва начинается именно в этот момент, «Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А эта женщина была очень красива».
Ну, наверное, не увидел, сначала услышал, как хлюпает водичка. Как один монах, есть такое предание, он молился в своей келье, а бесенок решил его отвлечь и стал хлюпать в умывальнике, чтобы отвлечь хотя бы на мгновение. И монах прерывает молитву, что совершенно недопустимо, подходит к умывальнику, открывает, там бесенок. Монах его сковал крестным знамением, крестит и говорит: «Я тебя не отпущу». Бесенок говорит: «Отпусти меня». «Нет, не отпущу». «Все, что попросишь, сделаю. Отпусти». Монах говорит: «Ты же был когда-то ангелом. Спой мне херувимскую песнь, как ты ее пел, когда ты был ангелом». Бесенок говорит: «Если я ее запою, ты не сможешь выжить этих звуков. Это настолько сильные звуки. Сердце твое разорвется от радости. А потом я бес, как я могу ее петь?» Монах стал его крестить, крестить, и тот запел. И по преданию, из черноты падшего состояния он становится белоснежным ангелом, который возносится к небу все выше и выше, а вместе с ним счастливая душа монаха, который услышал ангельскую херувимскую. А здесь, на крышу, взошел херувим во плоти, автор боговдухновенной псалтыри. И вдруг что-то хлюпает, хлюпает. Он смотрит и увидел с кровли, это ж надо рассмотреть, предвечернее время, там, как только солнце заходит, тьма сразу быстро сгущается. Это особенность южной природы. А он рассмотрел. Дьявол даст тебе ракурс определенный, чтобы ты рассмотрел именно то, что тебе очень нравится. И увидел с кровли купающуюся женщину. И эта женщина была очень красива. То есть даже лицо рассмотрел. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хеттиянина. Урия Хеттиянин – это отважный мужчина, который участвовал в воинствах Господних, настоящий рыцарь Божий, витязь Божий. Он был аскетом, мы это увидим далее. Это чужая жена, Давид. О чем ты думаешь? Давид, куда ты смотришь? Давид, и мы читаем 4 стих, Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею, когда же она очистилась от нечистоты своей, то есть омылась, пробудившись, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: я беременна. Давайте посмотрим, какое истолкование нам предлагают святые отцы. Это трактат Иоанна Златоуста. Он называется «О покаянии». И здесь такие слова. «Пусть лучше солнце померкнет, чем слова Давида предадутся забвению. Он впал в прелюбодеяние и совершил убийство, ибо увидел, сказано, купающуюся красивую женщину, и возжелал ее, а потом привел свои помыслы в исполнение. И вот пророк в прелюбодеянии, жемчужина в грязи. Но он еще не сознавал, что согрешил.
так был поражен страстью, когда возничий пьян, то и колесница несется беспорядочно, а возничий и колесница тоже, что душа и тело. Если душа омрачена, то и тело валяется в грязи, ибо пока возничий стоит твердо и колесница хорошо бежит, когда же он теряет силы и не может править вожжами, тогда и сама колесница оказывается в опасности. Так бывает и с человеком. Пока душа трезва и бодра, и само тело пребывает в чистоте, и когда душа омрачена, тогда и само тело погрязает в нечистоте и сладострастии. «Что же Давид, – восклицает Златоуст, – совершил прелюбодеяние, но не сознавал этого и никем не был обличен, и притом он совершил это в глубокой старости, дабы ты узнал, что если будешь беспечен, то и старость не принесет тебе пользы, и наоборот, если будешь усерден, то и юность не может повредить тебе. Ибо поведение зависит не от возраста, но добрые дела от доброй воли. И чтобы ты узнал, что дела целомудрия зависят не от возраста, но от доброй воли, посмотри на Давида, который уже в старости впал в прелюбодеяние, совершил убийство и был в таком состоянии, что и сам не знал, что он согрешил, ибо возничий ум был опьянен невоздержанием. Жемчужина в грязи. Священнослужитель или пророк, или епископ в состоянии греха. Теперь мы посмотрим комментарии на 11 главу 2 стих. Вот на эти слова: «Однажды под вечер Давид увидел с кровли купающуюся женщину, и она была очень красива». Что пишет Иероним Стридонский? «Давид был мужем по сердцу Господу, и уста его часто воспевали святого грядущего Христа. Но и он, взойдя на кровлю дома своего, был очарован наготою в Версавии, настолько, что убийство приложил к прелюбодеянию». Заметь здесь, что и в собственном доме человек не может безопасно пользоваться своими глазами. Затем, раскаиваясь, он говорит Господу: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Будучи царем, он никого другого не боялся, кроме Бога. Вот для нас здесь интересно уточнение блаженного Иеронима. Заметь здесь, что и в собственном доме человек не может безопасно пользоваться своими глазами. Это было сказано тогда, когда не было никаких телевизоров. А сейчас нам не надо выходить даже на крышу собственного дома. Достаточно включить этот телевизор, и с канала на канал мы видим эти похотливые образы. Однажды я целый день решил смотреть телевизор, потому что верующие жаловались на многие каналы и спрашивали меня, что можно смотреть, что нельзя. Я был поражен. Это все было наполнено сладострастными образами. Или, чтобы вызвать похотливое желание съесть тот или иной просроченный продукт. Или, чтобы вызвать похотливое желание немедленно
искать для себя блуда. Очень интересно пишет и Кассидор, это его толкование на псалмы. «Среди прочего, блаженный Иероним Стридонский указывает нам на то, что Версавия символизирует церковь или человеческую плоть, а Давид, как-то во многих отношениях многократно и во многих местах обнаруживается, несет на себе отблеск образа Господа нашего Иисуса Христа. И как Версавия купалась в источнике без одежды и восхитила Давида, и была достойна царских объятий, а муж ее Урия лишился жизни по воле монарха, так и церковь, как собрание верных, когда очистилась от грязи грехов, омытая таинством святого крещения, соединилась с Господом нашим Иисусом Христом, в описываемые времена грядущие таинства Господа обозначились в деяниях царя Давида. И то, что тогда выглядело постыдным деянием среди человеков, следует, однако, рассматривать как прообраз грядущего великого таинства». Такое истолкование возможно, если мы используем аллегорический смысл. Но прямой смысл, не аллегорический, не духовный, это обвинение Давида в содеянном грехе, что вызвало неприятие Господа. Итак, Версавия послала передать Давиду, что она беременна. Это усложняло всю ситуацию, потому что становилось очевидно, что рано или поздно ее муж узнает. А где ее муж? Он участвует в военных походах с Иоавом, полководцем, добивают остатки врагов. И что делает Давид? Грех никогда не существует сам по себе. Один грех цепляется за другой грех. Как в мире ангельских добродетелей есть иерархия ценностей, так и в мире бесовских падений есть иерархия греха, когда один грех цепляется за другой. Христос учит, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем, а кто гневается на брата своего напрасно, тот уже человек-убийца. Давид посмотрел и совершил прелюбодеяние. Она беременна, он в раздражении. А если муж узнает, гневается, ищет смерти ему. И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию, хеттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду, и пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иова, и о положении народа, и о ходе войны. Сколько лукавства, сколько лицемерия. Его эта информация не интересует, он думает о другом. Надо сказать, что сразу Давид не хотел умертвить Урию. Он хотел заставить его переспать с женою, но отправить домой. При этом даже напоил его несколько раз. А потом как бы ребенок, докажи, что это не его ребенок. То даже не было генетической экспертизы. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава, о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». Для чего он говорит «я омой ноги свои»? Обычно израильтяне омывали ноги свои перед тем, как лечь в кровать со своей супругой. Это такое пожелание. Ты заслужил, ты можешь отдыхать. Но Дух Святой оберегает Урию от осквернения. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушание. Но Урий спал у ворот царского дома,
со всеми слугами своими, слугами своего господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? Давид опять думает только о себе. Неужели он догадывается? На самом деле нет. И сказал Урия Давиду: ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, то есть народ Божий в воинских шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. Давид еще не встречался с таким благочестием. Это воинский тип благочестия. Человек как бы дал зарок: если мы будем радоваться и веселиться с нашими женами, то все вместе в День Победы. Давид не мог не оценить такой доблести этого человека. Давид сам военный человек. Военные подвиги Давида известны. Давид уже в возрасте, у него несколько жен, у него несколько детей. И вдруг на старости лет один этот поступок, он может перечеркнуть всю славу, все достоинство этого человека, пожилого пророка. Грех перечеркивает славу епископского сана, пресвитерского сана, княжеского сана, царского достоинства. Грех марает все и вся вокруг себя. Но Дух Божий оберегает Урию. И сказал Давид Урии: останься здесь на этот день, то есть со мною, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра, и пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил. Ну, а как откажешь царю? Тем более, что на первую чашу произносилась баруха, благословение, там, на вторую чашу могла произноситься баруха, благословение, на третью и так далее. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра, то есть на день, до следующего дня, и всю ночь, и пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но к вечеру Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего. Что значит на постель? На землю, как и господин его Иоав, а свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. Давид принимает самое страшное решение – погубить Урию. Для него важна его репутация. А как дети посмотрят на него, его дети? Ведь он пророк Божий, он руководствуется законом Божьим. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Кем стал Давид? Первый человек-убийца от начала – дьявол. Дух нечистого завладел сознанием Давида. Посмотрим, что пишут отцы, в частности, блаженный Августин, о таком падении.
Это одно из его посланий. В этом тексте блаженный Августин настаивает на всегдашней правдивости Писания. Действительно, Писание не замалчивает проблемы и ошибки даже великих людей. Блаженный Августин пишет: «Легче поверить в то, что апостол Павел записал нечто неистинное, чем в то, что апостол Петр поступил неправедно». Петр считался в Западной Церкви камнем веры. Но если это так, то давайте скажем нечто одиозное, что будто лучше поверить в то, что Евангелие лжет, нежели в то, что Петр отрекся от Христа. Августину трудно в это поверить. И легче поверить в то, что книга царств лжет, чем что великий пророк Давид, избранный из избранных Господа нашего Бога, совершил прелюбодеяние, вожделел и соблазнил чужую жену, повинен в ужасающем своем коварстве человеку убийства, лишив жизни ее Версавии, мужа. Но я, напротив, читаю Священное Писание в полной уверенности в его правдивости, основанной на высочайшем авторитете Бога Небесного. Я предпочитаю прочесть о том, как люди воистину удостаивались одобрения, исправления или проклятия, нежели допущу подорвать мою веру в Слово Божие, боязнью поверив в то, в тот факт, что поступки достохвальных, светлых личностей иногда достойны самого сурового осуждения. А вот что пишет святитель Григорий Великий, Папа Римский, в своем пасторском правиле: угодный почти во всех делах в очах того, кто его избрал. Как только оказался вне груза своих обязанностей, остался дома отдохнуть в Иерусалиме. Давид навел на себя гноящуюся рану, проявив себя хладнокровным и жестоким убийцей человека после того, как совершенно расслабился от вожделения к женщине. И вот тот, кто умел сочувственно щадить порочных людей, позже, без всякого колебания, обрекает на смерть человека доброго. Сначала он действительно не хотел сразить плененного преследователя, но затем, когда понесло потери его измотанное войско, он убил даже преданного себе воина. Грех его, верно бы, вывел его из числа избранных, если бы бичевание его не принесло прощения. И далее мы читаем: «Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых, был убит также и Урия хеттиянин». Этот образец религиозного благочестия и воинского долга. «И послал Иав донести Давиду о всем ходе сражения». Но мы понимаем с вами, почему Давид Иафу поручил эту
задачу. А он знал, что я коварный человек. Помните, как коварством он вернул Авенира как бы от имени царя, а потом прирезал его. И послал Иав донесение Давиду о всем ходе сражения. Но даже вот этот коварный Иав начинает стыдиться поступка Давида. Мы это сейчас увидим. И послал Иав донести Давиду о всем ходе сражения и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас, кто убил Авимелеха, сына Иерваалова, это вспоминается древние времена, не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия хеттиянин тоже поражен и умер». То есть, чтобы выполнить приказ Давида, пришлось подставить не только одного Урию, и других людей. И когда Давиду будут об этом рассказывать, Иав учит, когда он взволнуется, почему люди погибли, скажите ему, что Урия тоже умер. Это один твой приказ, и ты умертвил всех этих мужчин, собственных воинов. Ты предатель. И раб твой Урий хеттиянин тоже поражен и умер. И пошел посланный от Иава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иав. Обо всем ходе сражения, ну, как обычно, докладывают, может быть, там карта была, показали, где, как, что. И разгневался Давид на Иава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иерваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» То есть это, ну, всем известная опасность. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле». А речь-то идет уже не о людях. Бесы одолевали Давида, его одного. И так его закрутили через вожделение взгляда, блуд, потом коварство, заставить человека пьяным переспать с женою, потом намерение убить. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, в твое сердце они вошли, Давид. И мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия, хеттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Давид понял весь трагизм ситуации, хотя еще не до конца. Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того иного, того иногда сего, усиль войну против города и разрушь его. Так ободри его». И далее мы читаем о реакции жены Урии. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своему.
Обычно оплакивали 30 дней, 40 дней. В Библии мы находим такие описания. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Вот если бы о каком-нибудь царе Ироде было бы сказано, его деяние зло в очах Господа, это было бы понятно. А Давид – муж по сердцу Бога, так о нем сказано. И то, что этот муж по сердцу Бога сделал, было зло в очах Господа. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о покаянии царя Давида. И вместе с этим текстом мы подойдем к сокровищнице покаяния, к покаянному 50-му псалму. Но это, если будем живы, Господь позволит. Спаси всех, Христос.